Меня зовут Вадим. Раз, раз. Ну, я бизнесмен. Ира. Приятно. Я, знаете ли, угольком приторговываю, лесок гоняю туда-сюда, а вы? Да как вам сказать, Вадим? Профессия у меня странная. Ну, да? Я офтальмолог-строитель. Вы знаете, я по отдельности понимаю, вместе у меня как-то не сходится. Офтальмолог-строитель — это как? Глазки строю. Я Шутка. Думаю, профессия у вас востребована. Да без работы не сижу. Вадик, а можно я вам задам совсем откровенный вопрос? Ну, пожалуйста, конечно. Вы тоже этим рейсом летите? Да. Вот видите, у нас с вами так много общего. Вы тоже очень красивый. Взаимно. Очень спортивный. Взаимно. Очень умный. Благодарю вас. Почему-то все думают, что мечта любой женщины – это удачно выйти замуж. Ну, я тоже так считал. Нет, нет, уверяю вас. Если честно, мечта любой женщины – это жрать и не поправляться. Я даже в церкви иногда молюсь. А-а-а. Господи, если ты не можешь сделать так, чтобы я похудела, сделай так, чтобы мои подруги поправились. А могу я вам задать тоже такой немножко фривольный вопрос? Конечно. Скажите, а почему все симпатичные девушки обязательно носят обтягивающие юбки? Ну, не знаю, наверное, чтобы ноги вместе держать. Шутка. Кстати, Вадик, хочу вам сделать комплимент. Вы очень стильно одеты. Спасибо, спасибо большое. Скажите, а у кого вы одеваетесь? Да как вам сказать? У кого просыпаюсь, у того и одеваюсь. Шутка. Да, я вижу, вы очень остроумная девушка. Ирочка, а хотите... Да. Ой. Вы знаете, лететь нам еще довольно долго, около 2 часов. Я хотел бы, для того, чтобы убить время, предложить вам сыграть в одну игру. Вы какие игры предпочитаете? Ну, а что, по мне не видно? Ну, конечно, интеллектуальные. Ну, знаете, это не то чтобы игра, это я хочу предложить вам сыграть в такой в ребус. Куда? Нет, это загадка. А, давайте. Схема следующая. Я загадываю загадку. Если вы не знаете ответ, вы отдаете мне 10 рублей. И потом вы загадываете мне загадку. Если я не знаю ответ, соответственно, я даю вам 1000. Как вам? Ну, курс хороший, давайте. Итак, внимание. Один очень известный путешественник за всю свою жизнь провел 3 кругосветных путешествия. Во время одного из них он погиб. Внимание, вопрос. Во время которого? Господи. Возьмите 10 рублей. А что, такой сложный вопрос? Вадик, ботаника не мой конек. Ну, теперь я вас погоняю. Угу. Скажите, Вадик, кто поднимается в гору на 3 ногах, а спускается на 4? А? Вадим думал несколько часов. Он перебрал все мыслимые и немыслимые варианты. Самолет уже совершил посадку. Ладно. Возьмите 1000. Залезает на 3 и слезает на 4. Ну и кто это? Возьмите 10 рублей.